Папа Римский продаст свой Lamborghini. Автомобиль Lamborghini Huracán, принадлежащий Папе Римскому Франциску, будет выставлен на продажу аукционным домом Sotheby's 12 мая. Об этом сообщает Quotidiano. В Sotheby's за машину предполагают получить $303-435 тысяч. Часть вырученных средств будет передана двум благотворительным фондам, помогающим африканским семьям, остальное пойдет на восстановление жилых домов и общественных построек иракских христиан. Впервые модель Huracán была представлена на автосалоне в Женеве в 2014 году. В базовой комплектации авто стоит около $200 тысяч, однако Lamborghini Папы Римского покрашен в уникальный белый цвет Bianca Monoceros и дополнен тонкими золотыми полосками. Такой окрас кузова вдохновлен бело-желтыми оттенками флага Ватикана. Папа Римский Франциск ни разу не ездил на машине, подаренной ему компанией Lamborghini в ноябре 2017 года, но оставил на ней свою подпись. Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году. Ее штаб-квартира находится в итальянской коммуне Санта-Агата-Болоньезе. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.